Здорово, братинки, с вами Пацан. Сегодня я решил сделать достаточно взрывной выпуск, так как вы меня просили о нем в комментариях, мать вашу. Я сейчас не буду делать типичных взрывов, потому что взрывать я буду в пределах своего огорода. Рубрика «Деревенский огород». Добро пожаловать. И сегодня мы взорвем весьма незаурядный предмет под названием ананас. Да вы там жопу взрывать ананас, только рапрешь, все хочется, сюда шутки взрывать. Поправочка. Сегодня мы взорвем самый говорливый ананас. Ну так вот, так как я огромный фанат эстетических кадров, я не фанат тех взрывов, когда петарда кладется на гнилой пенек и взрывается. Поэтому я соорудил крутую металлическую конструкцию в форме куба, в которой мы будем взрывать кучу всякой прикольной херни и проверять на прочность различные материалы, мать вашу. Скажет, какой толк от всего этого дерьма, которое ты делаешь? Я вам скажу, что толк огромный. Все материалы, которые снимаются в Bad Science, будут отправляться в НАСА и в ООН для исследования, для того, чтобы они могли изобрести всякую прикольную хрень, которую потом будут использовать в военных зонах в медицинских тоже. Поэтому здесь, в нашем шоу, мы... Твою мать. Поэтому здесь мы меняем мир, мать вашу, и творим настоящее волшебство. Суперисследовательская лаборатория Bad Science создала уже лекарство от оторванной башки. Посмотрите, кто у нас оживился. Иди сюда, пи***н. Ты хорош, постоянно пи***н. Договорился, сосунок. Очечки снимай, они у нас для самых живучих. На место поставь пи***, да я тебе все шел нахер под руки. Взорвать ананас, уходи, блядь, придумал. Я ни хера, взорвем ананас, придурок. Давай, давай, попробуй, да наконец-то хватит меня взорвать хера. Да что ты? Запах пороха. Было до нас и нет до нас. Вот все, что осталось от долбанного ананаса. С вами был ананас. С вами был Бассейн, спасибо за просмотр, ждали взрывов, вот вам взрывы, пожалуйста. Обращайтесь, мать вашу. Если у вас есть какие-то идеи по поводу того, что можно взорвать, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите потом внизу в комментариях под данным видео. Самые интересные идеи мы обязательно примем к сведению. И еще одна маленькая вещь. Не пытайтесь повторить то, что вы здесь увидели, мать вашу. Потому что всякая хрень случается. Простыл чутка. Короче говоря, всем спасибо за просмотр, с вами был Bad Science. Увидимся в новом суперкрутом взрывном видосе. Всем пока. Ну нахер переснимем сейчас.